Всем привет, ребята! Вы на канале Маруся Пэтс. И это влог «Я лечу в Москву». Сейчас у нас 21.05, и у нас сейчас 3:45, насколько я помню. Вот у нас сумочка здесь стоит, довольно тяжеленькая, да. И 22-го в 9.15 у меня уже самолет, и я лечу в Москву. И, как вы уже поняли, это влог будет, да, буду снимать, можно так сказать, свое мини-путешествие. Значит, это будет, что видео будут выходить довольно часто. И даже сегодня я уже с вами буду контактировать, что я буду примерно делать. Блин, солнце светит так сильно, так сильно ярко. Вот, ну, в принципе, увидимся по ходу самого влога. Срочное включение. Я хотела сегодня для вас снять видео, комикс «История Махату», но вышло затруднение, и мне это не получается снять. Очень-очень обидно. Причина. Из-за того, что сайт с этим комиксом вообще не хочет как-то загружаться. Вы можете сказать, почему я не могу там с других телефонов или компьютера. Дело в том, что пыталась я на компьютере сделать то же самое, но когда ты скачиваешь на компьютере комикс или пытаешься скачать картинки, они на английский скачиваются, а не на русский. И это очень проблематично, да. Очень обидно, тогда ждите историю Махату и изгнанники, когда уже буду, в принципе, в Москве, там будет много времени, чтобы снять. Ребята, я сейчас играю в Ассасина, просто посмотрите, какой тут шикардосный вид, ребята. Шикарный, я считаю, очень даже красиво. Что будет, если сброситься? Ладно, не будем это пробовать, это слишком большой риск, как я могу сказать. Сбрасываться с этой скалы. Сейчас время 8:00, и я решила накачать музыки в дорогу, да. Несмотря на то, что уже 8:00, просто посмотрите, у нас светло, полярный день, очень классно, я могу сказать, прям солнышко светит, 8:00, да, классно. Всем привет! Сейчас время у нас 5:00 утра, и у меня даже голос хриплый, и я сейчас буду умываться. Все, Мотька, пока, пока, Матильда, да. Ну что мы завалились, а? Все, Мотя, пока. Будешь скучать, обязательно будешь скучать. Так, ну вот, спускаемся теперь. И сейчас уже мы поедем. Да, надеюсь, меня видно хорошо. Уже встретимся, не знаю, где, наверное, там в аэропорту уже встретимся. В Москве сейчас плюс 16 градусов. Вот, и увидимся уже по ходу. I'm just a boy inside the man, not exactly who you think I am. Trying to trace my steps back here again. So many times, I'm just a speck inside your hand. You came and made me who I am. I remember where it all began so clearly.
miles away, still you connect me in your way, and you create in me something I would have never seen. When I could only see the floor, you made my window a door. So when they say they don't believe, I hope that they see you and me. After all the lights go down, I'm just the words you... Все, ребята, я возле дома. Тут очень жарко, еще раз повторяюсь. Сейчас вам покажу. Везде дуванчики растут. Могу вам сказать, красота. Вот этот дом. Большой, высокий домик. Встретимся уже там. Ну вот я и дома. И мой влог подходит к концу. Потому что уже все, можно сказать. Я сейчас буду уже отдыхать. Уже там не знаю, что еще делать. Кстати, можете я могу показать Гарри Поттера фигурки. Из пятерочки, конечно, выдаются. Тут у нас Хагрид, Гермиона и Беллатриса Лестрендж. Не знаю, зачем, просто так. Вот на этом все. Всем удачи и всем пока!